Здравствуйте, друзья. На рыбалочке были. Выпускаем. Карасик. Вот такой у нас. Ёршик. Ну, ёршик, наверное, конец ему. Карась уплыл. И второй карась уплыл. Ну, мелочь мы не брали. А ёршик. Это ёршик, да он вроде. Ёршик умер. Может, это не ёршик? Да не знаю, кто это. Да он заглотил до самого хвоста. Домой ни смысла нет. Мелочь заколебала нас. Как мы их зовем, селявки. Они же не селявки. Красноперки. Да их везде по-разному. Лягушечки следят за нами, греются на листочках. Ну так, дон, ребята. Кувшинки. Это приток дона. Даже не придон, он когда растекаются они. Как ручей. Ну, скорее всего, озеро. Кувшинки. Ну так, друзья. Не очень рыбалка. Клевала. Но не очень. Мелочь. Прохладно. Уже почти не купаются, только отважные люди. Всего вам самого доброго. Пока. Ну тут удобнее ловить, тут течения нет. Все, перестало клевать. Я удочку собрал. Ну, а ёршик кто-нибудь съест? Ну, это он не ёршик, не знаю. Удачи.